Нынешняя избирательная кампания по выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 6-го созыва, которые пройдут 11 сентября, обещает быть жаркой. Подписи в стране сейчас собирают почти 4,5 сотни инициативных групп, а на одно место в парламент. По предварительным оценкам претендует более 4 человек. Пикеты в поддержку претендентов по всей стране, в Бресте, в самых многолюдных местах. У рынков и у центральных магазинов встретить пикетирующих несложно. Задача для инициативных групп – собрать 1000 подписей по конкретному избирательному округу до 1 августа. Ведь шанс получить кресло в Нижней Палате смогут лишь те, кто преодолеет этап выдвижения. Места для пикетирования определены, все проходит в соответствии с Конституцией. Брестский западный избирательный округ номер 1 – один из тех в области, в котором зарегистрировано наибольшее количество инициативных групп. По Брестскому западному избирательному округу зарегистрировано 6 инициативных групп. Это один из округов в области, где зарегистрировано такое большое количество инициативных групп. Затем начнется самая большая работа. Это прием документов, проверка достоверности подписей, которые будут в подписных листах, и проверка достоверности всех тех документов, это и декларации о доходах, это и анкет и прочих данных, которые мы обычно проверяем о каждом из тех, кто претендует зарегистрироваться кандидатом в депутаты. Рынок «Лагуна», «Алми», Центральный универмаг, улица Советская, Пионерская и многие другие места. Фактически каждый день активисты выходят на пикеты по сбору подписей. Рядышком можно наблюдать представителей разных партий и объединений, а значит и разных взглядов. Никто, на наш взгляд, никому не мешает. Места хватает всем. 11 сентября выборы в Национальное собрание Республики Беларусь. Уже зарегистрированы инициативные группы, и рынок «Лагуна» принимает активное участие. Мы предоставляем площадку всем, кто желает, и я смотрю, что и люди активно принимают участие в выборах. Сбор подписей – пора ответственная для потенциальных парламентариев. А потому в местах пикетов представлена биография кандидата. Члены инициативных групп охотно рассказывают о своем представителе, используя все красноречие. Активность проявляется слабо. На данный момент требуется подходить к людям, чтобы их заинтересовать. Сами проходят. Редкость, только более старший состав, так сказать, людей интересуется еще политикой, а молодежь проходит мимо. Если не заинтересуешь, не подойдут. Действительно, брещане ставить подписи пока не торопятся. Подходят, интересуются, но еще в раздумьях. Ведь сделать выбор не так просто, тем более за двух не проголосуешь, только за одного. Еще ничего не отдали, но собираемся. А вы на выборы пойдете? Пойдем, конечно. Самое главное качество, которое вы видите в своем кандидате? Честность. Надо идти голосовать. Тогда будет выбор, а то потом будем возмущаться. Не тот кандидат. Выбирайте. Я никого не знаю, никаких кандидатов. Но изучать будете? Ну, если кто-то мне предложит изучить, то буду. И голосовать пойдете? Ну, пойду, если надо будет. В выборах будете принимать участие? Будем, конечно. А в процессе вот сбора подписей участвуете? Еще пока не участвовали. Но. Будем. Да, да, обязательно пойдем на голосовать. А сейчас вот собирают подписи, уже отдали голос за кого-то? Нет, еще к нам никто не приходил, и как-то еще не было никакой агитации, поэтому я еще ничего не могу про это сказать, но собираемся. Напомним, претендовать на место в Нижней Палате белорусского парламента могут граждане, достигшие 21 года и постоянно проживающие в республике. Выдвинуть кандидата смогут избиратели округа, поддержать его должны не менее 1000 человек.